На конкурс дети читают стихи. Ольга Бергольц в госпитале. Солдат метался, бред его терзал, горела грудь. До самого рассвета он к женщинам семьи своей взывал. Он звал, тоскуя: «Мама, где ты? Где ты?» Искал ее, обшаривая тьму. И юная дружинница склонилась и крикнула сквозь бред и смерть ему: «Я здесь, сынок! Я здесь! Я рядом, милый!» И он, склоненный, мать свою узнал и зашептал, одолевая муку: «Ты здесь, я рад, а где ж моя жена? Пускай придет, на грудь положит руку». И снова наклоняется она, исполненная правдой и любовью. «Я здесь!» — кричит, «я здесь, твоя жена! У твоего родного изголовья! Я здесь, жена твоя, сестра и мать! Мы все с тобой, защитником отчизны! Мы все пришли, чтобы тебя поднять, вернуть себе, отечеству и жизни! Ты веришь, воин, отступая, бред сменяется отрадою покоя! Ты будешь жить, чужих и дальних нет, покуда сердце женское с тобою.